крутые, смешные видео по различным частям Fallout, прохождение Minecraft Story Mode и многое другое вы сможете найти на канале Subnail. Ссылочка на него в описании, а мы приступаем к просмотру. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт без модов, в новую серию, где сегодня мы будем рассматривать, как сделать настоящий летающий, стреляющий истребитель в Майнкрафт. Без модов, только с одной командой. И это, ребята, будет очень круто. Вы его уже видите за спиной, но он такой крутой, что это можно сойти с ума. Но перед этим, ребята, я бы очень сильно хотелось попросить поставить лайк. Если мы наберем 1200 лайков, я даю вам свое слово, то что сразу выпущу следующую серию без модов. Не так-то сложно поставить лайк за одну секунду, но сделать действительно приятно человеку. Поэтому, ребята, давайте наберем 1200 лайков. Я действительно буду вам очень сильно благодарен. Не поленитесь. И также не забываем подписаться на мой канал, каждый подписчик для меня друг. Если ты не веришь, можно писать комментарий и увидишь то, что я на него отвечу, потому что я люблю, ценю и уважаю своих подписчиков. Поэтому, ребята, не забываем подписываться. А сейчас мы приступаем к самому видео. Ну что, ребята, в первую очередь нам нужно выдать себе командный блок. Многие меня просили сделать истребитель после того, как я сделал вертолет. Поэтому, ребята, держите. Я сейчас вам покажу, как его сделать. Команда необычная, очень необычная. Так как самолет-истребитель очень крутой, команда также очень крутая. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Мы выдаем себе командный блок, который делается. Как его можно выдать, вы сейчас увидели. И вписываем эту команду, которая есть уже в описании. Вписываем ее и нажимаем активно. Вот так. Мы нажали, все круто. Если у вас в чате появилась вот такая большая сказочка, значит, команда была успешно активирована. Но, ребята, сейчас, это не все. Вы думаете, Мэдисон, обычно появляется такая большая фигня с командных блоков. Да, она появится, только... Вы сейчас поймете, где она появится и насколько большая она появится. Вы всегда видели то, что появляется там куча блоков в одной такой коробочке, но сейчас вы заметите что-то странное. Это да, эта команда уже установилась, но сейчас нам нужно телепортировать вот эту всю большую схему в другое место. То есть, ребята, мы пишем summon jet. И вписываем координаты, где вы хотите, чтобы появилась вот эта большая коробочка. Это что-то новое, потому что это на версии 1.9. Да, ребята, мы это вписываем и нажимаем «Да». Отлично, то есть все у нас успешно установлено уже. Мы также берем Redstone, можно сказать, активируем, или можно вот тут активировать, да, то есть ничего такого страшного нету. В любом случае, это можно активировать. И сейчас... Мы это уже активировали, да? То есть, это все уже работает в рабочем состоянии. Вот так, работает в рабочем состоянии. Все, мы активировали, и сейчас у нас за спиной вот там, потому что те координаты, вот эти координаты, которые я написал, они находятся вот там. И мы присумонили вот эту коробку с этими командными блоками вот там. И давайте пойдем посмотрим, насколько большая эта коробка и насколько она... Она присумонилась. То есть, видите, она еще даже не успела полностью отренировать. Вот, сейчас она уже успела полностью отгенерироваться. Вот, еще тут не хватает. Вот, давай. Давай, а то мы не сможем рассмотреть истребитель, пока ты тут глючишь. Ну, во, почти. А, ну, так вы видите, то, что команда действительно... А, мне кажется, она уже все работает. Да, вот. Она у нас на глазах сейчас заспавнилась до конца. Я не знаю, что сказать, но вы когда-нибудь видели такой большущий коробок с командами? Я никогда. Но истребитель действительно того стоит. Он ни капельки не лагучий. Если учитывать то, что это Майнкрафт, это офигеть как круто. Тут вы также можете удалить вот эту всю построечку, нажать вот сюда, нажать, и вы сможете удалить вот эту всю построечку, но нам нужно нажать сюда. Get the plane control. Что это нам даст? В первую очередь, это книжечка, с помощью которой вы можете суммонить этот сам истребитель. Вы можете его удалять, и вот тут вы можете открывать и закрывать кабину. Сейчас вы, ребята, посмотрите, как это все работает. Кстати, мы вернулись на наш аэродром, на нашу военную базу, где мы рассматривали, вот тут у нас был вертолет. Только сейчас его тут нету, как видите, никаких команд нету. Сейчас мы будем рассматривать истребитель, как вы уже поняли.
Ну что, ребята, вы готовы? Давайте заспауним его прямо тут в ангаре. Истребитель. Spawn plane. Вот он, да. Так воссоздается с одной точки. Это офигеть как круто. Смотрите, как он выглядит. Крылья. Смотрите тут. Тут чего он стреляет? Пулеметы, ракетометы. Тут у нас есть колеса, на которых он, в принципе, взлетает и садится. Тут у нас есть хвост, который тоже офигеть как круто сделан. Но, ребята, у нас тут есть кабина. Тут у нас панель управления. Как нам залезть в кабину? Как нам туда залезть? А вот как. Вы можете открывать и закрывать кабину самолета. И смотрите, какая тут анимация. Смотрите, какая тут анимация. Оно идет назад, то есть как будто отсувается назад и вылазит место для пилота. Я не знаю, что даже сказать, но это очень круто выглядит. Ну ладно, не будем тянуть и сразу же сядем, ребята, внутрь этого самолета и посмотрим. Давайте close. Нет, давайте open, чтобы мы могли сесть. Вот. Ну что, ребята, садимся, чтобы это все открыто было. Садимся, ребята, и ждем. Ждем. Сейчас просто нужно ждать, пока самолет прогрузится, и у нас в... Вот. Видите, у нас в слотах вот этих предметов выдались нормальные такие предметы. Как видите, вы можете управлять самолетом. Вот. То есть, в какую сторону вы будете смотреть, в ту сторону будет смотреть ваш самолет. Управление очень простое. Вы смотрите вверх, самолет взлетает вверх. Вы смотрите вниз, самолет садится. Вы смотрите влево-вправо, самолет туда летит. Очень простое управление. Смотрите, как он классно движется. Пум-пум-пум. Если учитывать, если сравнивать с вертолетом, который был, ну, лагучий, я соглашусь, он был немного лагучий. Но если сравнивать с этим, это офигеть. Давайте рассмотрим, что у нас тут есть. У нас есть первый слот, это стоп, то есть ручник, чтобы самолет остановился. Второй слот, это чтобы он катился по земле. То есть это также очень круто, чтобы он катился по земле и не взлетал, а просто чтобы мы его могли куда-то переместить, да? Дальше, на третьем слоту у нас находится скорость. То есть скорость 1 вы будете очень так, ну, в принципе, да, очень быстро лететь. Но также у нас тут есть скорость 2, где мы вообще будем мчаться, как не знаю что. Пятое, это свободная камера. То есть, видите, сейчас вы можете смотреть в любом направлении, и самолет не перемещается. То есть, вы просто виляете головой. Если мы уберем вот это, то самолет опять начнет туда смотреть. Если опять, то есть, видите, это действительно круто. Потом тут у нас есть пулемет. Я сейчас показывать не буду, нет, ребята. И тут у нас есть ракеты, которые... офигеть, какие крутые! Ну! Сейчас, ребята, мы садимся от первого лица. Мы залезли в кабину, то есть мы уже сидим, но мы не полностью залезли. Сейчас вы увидите, о чем я говорю. Controls. Вы выбираете этот предмет и смотрите, что у вас появляется в чате. Ваша система, панель управления. Если кокпит — это кабина пилота. Если мы нажимаем close. Если мы нажимаем close, то смотрите, давайте еще раз попробуем. Или немного, наверное, залагало. А ну сейчас. Вот, давайте еще раз попробуем. Давайте, вот. Сели. Попробуем сейчас. Сели, ребята, сели. Смотрите, как это круто выглядит. Смотрите, как это... А ну, давайте, open. Вот. И сейчас еще раз. Сейчас, да, повернись в ту сторону. А может с этой... мы же не зря взяли вот эту книжечку, да? Может, с помощью этой книжечки это все работает? Во, ребят, я опять нажал close, и мы обратно сели в кабину. И смотрите, как мы сидим. Мы действительно сидим в кабине. То есть мы прям залезли в самолет. Это реально круто. Дальше, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Landing gear, это мы убираем вот эти колеса посадочные и также обратно их выставляем. И emergency, я не знаю, мне кажется, это катапульта. Я, если честно, еще не пробовал, мы сейчас попробуем. Но давайте мы проедемся туда, куда нам нужно. Мы нажимаем texting, и самолет движется в том направлении, куда мы его показываем. То есть давайте мы поедем на взлетную полосу вот сюда. Вот сюда. Вот. Стоять.
Вот, давайте, давайте еще немного, немного вот туда. Вот так, вот так, вот так. И смотрим в ту сторону. Да. Прям, прям так на взлетной полосе. Главное не разбомбить вот эту хреновину, а то самолет взорвется. Мне так кажется. Ну что, ребята, вы готовы? Нажимаем на скорость 1. У вас тут даже будут подсказочки, когда вы можете взлетать и когда вы можете садиться. То есть мы нажимаем на скорость 1, и самолет начинает двигаться. Take it off. Это пишет то, что вот разгон, и сейчас, когда нам чат пишет you may now take off, то есть вы сможете сейчас взлететь. Вторая попытка. Вот, ребята, у вас будут подсказочки. Take off — это разгон, и сейчас, когда мы наберем достаточную скорость, мы сможем взлететь. Главное взлететь и опять ни во что не врезаться. Что самое главное, не врезаться вот эти блоки. Смотрите, как он плавно летает. Вы можете набрать высоту. Вы можете развернуться в любую сторону. И смотрите, как это действительно круто выглядит. Вы когда-нибудь видели, чтобы самолет-истребитель так плавно летал в Майнкрафте? И что самое главное, это да, без модов. Я согласен, есть куча модов на различную технику, которая выглядит еще намного круче, чем вот этот истребитель. Но это моды, а это, ребята, обычный ванильный Майнкрафт. Но, давайте, давайте включим еще главное не врезаться. Сейчас мы, по идее, еще больше, еще быстрее движемся, но давайте выключим, потому что я действительно не хочу разбомбить вот эту, вот эту структуру. Поэтому будем, вот сейчас мы можем смотреть, как он круто летает. А вот сейчас мы можем смотреть, ребята, как он действительно летает, пока эта структура находится цела. Но сейчас, ребята, мы приступим и будем испытывать оружие, которым... И смотрите, смотрите, ребята, вот видите вот эти колеса снизу? Если мы нажмем вот сюда ретракт, пум, видите, колеса снизу пропали. То есть сейчас у нас полноценный истребитель, то есть без посадочных вот этих колесиков. Но пулемет, ребята, включаем пулемет у нас на шестерочке. То есть он реально будет вот так стрелять очень даже круто, и он будет убивать всех, 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 кто находится на вашем пути. Вот он, ребята, бесконечный, и он стреляет действительно бесконечными стрелами, то есть пулями, можно сказать, по 5 пуль где-то в одну секунду. То есть кто-то там стоит, какой-то моб, мы просто набираем высоту, набираем, и потом резко спускаемся, включаем пулемет, стреляем, стреляем в кучу мобов, и потом опять дальше улетаем. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим ракеты. Да, ребята, ракеты, и разбомбим вот эту. Ой, не-не-не-не-не, вот. И разбомбим вот эту сокровищницу в пустыне. Ну что, ребята, вы готовы? Давайте, давайте. Включаем ракеты на семерочке. Так, перезарядочка. Да, главное не взорваться. А может. Да не-не-не-не-не-не-не-не. Это действительно тяжело попасть. Я ничего против не имею. Вот. Даже в чате у нас есть подсказочки. Во-во-во-во, взлетаем. В чате у нас есть подсказочки. А когда это все перезаряжается и когда перезарядка была закончена, завершена. Ой, давай, давай в эту сторону. Давай в эту сторону. Полетели, набрали высоту. Быстрый такой разворот. Пум! И опять в башню. Или куда-то вдруг. А сейчас, мне кажется, истребитель вроде за один раз, не истребитель, а вертолет за один раз выпускал к 6 ракетам, да, то есть 6 ракет за один раз. Истребитель выпускает 4, мне так кажется, он выпускает 4 ракеты за один раз. Но все же это тоже круто, почему бы и нет. То есть, и, в принципе, перезарядочка также очень быстрая. Ой, не взрываемся, истребитель, не взрываемся. Бум, а ну и сейчас посмотрим, насколько там большая дырыща осталась. Дырыща. Вот, ребята, как мы уже это все круто, круто все разбомбили. Ну, главное не стрелять в воздух, потому что это большого результата не принесет. Давайте, ребята, еще один такой крупный заход. Разворачиваемся. И стреляем. Пу-пу-пу-пу-пум. И что? Ничего, ничего, потому что ракеты не долетели. Но ничего, вот эта радиостанция или это телебашня какая-то. Сейчас мы вернемся, надерем тебе задницу. Вот. Нет, опять не поп... Я вроде крылом там задел, но все же задел, да не задел полностью. Разворот, и, ребята, вы готовы к решающей схватке.
Пум что-то разрушил. Да, вроде крышу немного разрушил. Давайте посмотрим. А, я же забыл то, что тут есть свободная камера. Ай, я уже думал, все, катапультироваться, потому что мне уже показалось то, что нам пришел конец. А ну, ребята, еще раз. Главное, действительно, не перепутать кнопочки. И что там? Разбомбили? Да, что-то мы там разбомбили. Ну что, ребята, давайте попытаемся посадить этот истребитель. Мне кажется, это офигеть, как сложно будет. Это офигеть, как сложно. Сейчас, ребята, давайте, вот. Колесики, вот колесики появились. Это главное не забыть, потому что действительно, я не знаю, действительно вы сможете разбиться. Ребята, я не знаю, можно ли тут вообще... А ну. Я его посадил. Даже в чате написала, я его посадил. Походу там террористы какую-то бомбу заложили, то что он взорвался в последнюю секунду. Но все же, ребята, мне он очень понравился. Потому что этот истребитель... О, я его в воздухе заспамил. Этот истребитель действительно очень крутой. То есть он выглядит круто, он летает круто, у него анимация крутая, у него... Много чего крутого, да, ребята? Что самое главное, это без модов, только с помощью одной команды. Ну, большущей, конечно, но все же одной команды в Майнкрафт. Вы видите то, что у него есть и пулемет, и ракеты, и он летает круто, и различные скорости, и вы даже можете взлетать и садить его обратно. Главное научиться как, а не так, как я. Я, может, знаете, резко так ручник вздернул. Вздернул. Короче, быстренько так на ручник, и он, походу, прям задрифтовал и разбился. Но все же, ребята, мне кажется, действительно стоит того, чтобы рассмотреть эту команду, потому что истребитель действительно очень крутой. Ну что, ребята, к сожалению, на этом мы будем заканчивать, но не беспокойтесь, мы же встретимся завтра, и зависимо в какой серии, то есть это зависит только от вас. Не забудь поставить лайк, это одна секунда твоего времени не займет, много времени, секунда времени займет, да, но все же. Действительно, каждый лайк для меня очень важен. Я каждому говорю спасибо, кто не поленился и поставил лайк. Набираем 1200 лайков, выходит новая серия без модов. Я также вам буду благодарен, потому что она выйдет только благодаря вам. Также не забываем подписываться на мой канал, ссылочка есть вот там в уголку или под видео. Каждый подписчик для меня очень важен, каждый подписчик для меня друг. И я приглашаю каждого нового человека, который еще не подписан на мой канал, подписаться и вступить в нашу большую дружную семью. Да, ребята, также можете оставить свои комментарии под этим видео, потому что я общаюсь со своими подписчиками. Если не веришь, ну, оставь, когда я смогу, я сразу же на него отвечу. Да, ребята, еще раз скажу всем спасибо большое, именно тем, кто сейчас еще смотрит, что я говорю, а уже не выключил это видео. Ребята, всем удачи, всем пока.